Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня мы будем делать вот такую вот креативную елочку, вот такое вот панно на стену. Если у кого-то маленькая квартира, она прекрасно украсит новогодний интерьер и создаст какую-то праздничную атмосферу. Если вас заинтересовала эта идея, оставайтесь со мной и давайте приступим к ее выполнению. А я заодно покажу, как, из чего она состоит и как она делается. Нам понадобится картон. Вот я нашла коробку из-под чего-то там. У меня размер 36 на 50. Также нам понадобятся ножницы, ручка, линейка, самоклеющаяся пленка, оракал. У кого нет оракала, может использовать любую краску. Хоть строительную, хоть нестроительную, хоть художественную. Также нам понадобится клеевой пистолет. Также мне понадобятся различные палочки от веток, от любых. Вот. Также нам понадобятся игрушки. Ну, здесь я только часть выложила игрушек, потому что если я их все выложу, то тут все завалится. Ну, разные игрушки, какие у вас есть. Мишура. Можно вот такие вот. Это вообще пенопласт, ничего не весит. Так, кроме того, можно вот такую мишуру какую-нибудь. Любую. А также нам понадобится кофе для поднятия настроения. Планшетик, чтобы послушать музычку. И конфетки 3, 2, 3 кофе. Это я, конечно, уже шучу в конце. Картон от коробки я отрезала. 36 ширина, 50 длина. Оракал, он идет чуть шире. Сантиметров 40-45, наверное. Вот. Использовать я буду вот такой оракал под дерево. Теперь нам этот картон нужно обклеить. Здесь я вот сделала пометки, где мы будем вырезать углы. Теперь можно картон убрать и вырезаем углы, чтобы лучше потом у нас здесь обклеивалось все. Вышло вот так вот. Я сделала приблизительные наметки. 12 палочек. И думаю вот так вот их расположить
на моей картине, как говорится. Вот. Можем приступать клеить. Ну вот так вот я приблизительно разложила игрушки, вот, ну как бы составила, как говорится, план действий, и теперь буду их клеить на горячий пистолет. Thank you.
и собрала. Ну вот так, на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч с новыми работами. Пока-пока! Дети тоже, думаю, с удовольствием приняли бы участие в поделке такой елочки. Для них это будет чисто тоже удовольствие, интересно. И тоже как бы будет создавать такую близкую атмосферу. Эта елочка сделана из таких маленьких палочек. Палочки можно дособирать, как говорится, и на улице. Вот игрушки здесь, можно сказать, что это все остатки. Те, которые не пошли на елку, вот какие-нибудь старенькие, маленькие, ненужные. Здесь вот такие вот, видите, деревянные поделочки, так, мишки, олени и ангелочки. Ну, как бы креативненько, недорого, незатратно, бюджетно. И приятное времяпровождение по созданию такой картины или панно.